Всем привет, меня зовут священник Климент, и сегодня я хотел бы разобрать песню «Что ты делал, синий трактор?». И, во-первых, хотелось бы оговориться сразу, что это вариант для тех, кто отчасти владеет гитарой больше, чем просто аккордами. Он немножко посложнее, то есть несколько придется постараться, чтобы сыграть этот вариант. Вот, в общем-то, аккорды простые. Если начать разбирать песню, то начинается все с аккорда ля. Играю его не вот так, а играю я его... Во-первых, там бас-партия на протяжении всей песни идет. Она идет вот таким вот чередованием. То есть, что я делаю? Это я зажимаю уменьшенный ля аккорд, и я зажимаю его каким образом? На пятом ладу шестой струны, и на четвертой струне это седьмой лад. И получается, что у нас вот такой уменьшенный аккорд играется переменным штрихом вот так. Потом идет вообще это вступление, потом идет второй аккорд. Он играется аккордом Си. Играется на седьмом ладу шестая струна и на девятом ладу четвертая. Потом идет аккорд Ми мажор. И опять ля. Вообще эти песенки, они очень активно используют вот такую штуку, называется она казу, и она очень просто в освоении. О ней просто нужно говорить. Вот, если как бы кого-то интересует, вообще можно такую штуку приобрести и на ней, в общем, подыгрывать еще вступление, то есть. Соответственно, после вступления начинается куплет. Что ты делал, синий трактор? Ездил по каким делам? Дальше идет вот такая часть. Это уменьшенный аккорд Ре. Потом Си. Ре – это пятый лад пятой струны и седьмой лад третьей струны. Потом известный нам уже Си аккорд. Потом идет До диез уменьшенный. Это четвертый лад пятая струна и третья струна шестой лад. И дальше опять ля. То есть соединяем. Ми опять. Итак, вот эта часть полностью со словами звучит так. Нам ужасно интересно, просто очень интересно, просто дико интересно, расскажи скорее нам. То есть вот она соединяется все вместе. Что ты делал, синий трактор, ездил по каким делам? Нам ужасно интересно, просто дико интересно. Просто очень интересно, просто дико интересно, расскажи скорее нам. То есть вот так вот куплет. То есть. И. Правой рукой мы играем вот так. То есть сверху, снизу. Итак, дальше идет у нас следующая часть куплета. Можно ее играть вот так,
Я весь день провел в дороге. Тут я уже играю уменьшенный аккорд, но уже с добавлением пятой струны, седьмой лад. Вместо эра и соль. То же самое, что здесь, на пятом лду. То же самое на третьем лду. То есть получается рукой движение вот так. Я все глушу вот, вот этой частью. Ну и можно еще, есть другой еще вариант, то есть мы пели. И я весь день провел в дороге, был на ферме, а потом... Тут можно ее сыграть вот так. И я весь день провел в дороге, был на ферме, а потом... То есть с добавлением си аккорда. Можно вот так играть. Ну, по-моему, это в оригинале так, примерно. А потом идет уже такая же похожая часть, как вот тут была. Но я играю вот тут, и оно звучит вот так. То есть это ре аккорд или д. То есть это у нас, он начинается с четвертой струны открытой, третья струна, второй лад, и вторая струна, третий лад. И получается, если соединить, у нас получается вот так. Я весь день провел в дороге, был на ферме, а потом в город я привез цистерну с очень вкусным молоком. То есть в город я привез цистерну. Можно вот так, да, сыграть с ля аккордом. То есть в город я привез цистерну. Это ля аккорд, стандартный мажор. Это он начинается от пятой струны, открытая, четвертая струна, второй лад, третья струна, второй лад, вторая струна, второй лад и первая струна открытая. То есть поется все вместе так и завершается аккордом ми мажора. Ми мажор. Аккорд у нас это открытая шестая струна, пятая струна, второй лад, четвертая струна, второй лад и третья струна, первый лад. Соединяем эти три аккорда, получается. В город я привез цистерну с очень вкусным молоком. И вот тут вот идет вот такая штука. Уменьшенные аккорды идут по хроматике вниз. То есть город я привез цистерну с очень вкусным молоком. С очень вкусным молоком. Получается, тут мы по хроматике шли вот так. Тоже через одну струну. Получается, я сверху бью, снизу подцепляю, как я уже говорил. Так до второго лада сползаем. Вот мы сползли. И на седьмой лад перемещаемся с уменьшенным этим аккордом, который у нас си. С очень вкусным молоком. Опять ля. Можно сыграть вот так. С очень вкусным молоком. Ой, от си идет. Соль диез и ля. Си. Соль диез, ля. В общем-то, вот это вся песня. То есть она строится все вот так. Берем козу, начинаем там. Что ты делал, синий трактор? Каким делом? Нам ужасно интересно, просто очень интересно, просто дико интересно. Расскажи скорее
я весь день провел в дороге. Был на ферме, а потом в город я привез цистерну с очень вкусным молоком. С очень вкусным молоком. Я думаю, что это как-то вот так играется. Вот. Ну, мне так нравится играть, то есть, ну, это такой вариант доступный. Спасибо.